сегодня буду обрезать розы. Вот смотрите, как уже хорошо видно. Над почкой оставляем 1,5-2 сантиметра. Вот так. Вот у нас почечки. Значит, это все косым срезом. Раз. Оставили несколько сантиметров над почкой. Все засохшие мертвые мы тоже отрезаем. Так. Тут у нас ничего не понятно. Мы можем вообще эту розу отрезать вот так вот. Почвокровная роза, вот, она у нас не отрезается вообще, не стрижется. Вот. Она у нас и хорошо сохранилась. Дальше. Вот. Почечка наша. Вот это идеальная роза. Приветики, мои дорогие, приехали на дачу посадить жасмин и сирень, а также кое-что посеять. И такая красота меня тут ожидала. Есть бутончик. Класс. Боже, какие они красивые. Это у нас карликовые ирисы. Да-да-да. Красиво. Алинке покажу. Какие хорошенькие. Также покажу вам мою сосну. Горную. Вот такая она. Пушистенькая. Скоро будет цвести. И мы будем ее формировать. Я делаю прищипку ей. Вот такая вот сосна. Кстати, лаванда. Тоже выращенная из семян. Ей уже 1 год. Я решила еще посеять, чтобы продолжить аллею сделать. Очень-очень много ее хочу. Сегодня буду удобрять розы. Какие розочки. Попускали почечки. Надо уже снимать коробки. Ой, какой красивый лук. Точно нарежу на салат уже. Зелененький салат сделать. И уже какие-то мошки грызут цветочек. Вот погрызли. Есть. Ах, вы гадики. Ну. Это моя вторая сосна, которую я вырастила из семян. Высадила. Вот такая она вообще абсолютно не сформированная. Посмотрела по прогнозу, уже не ожидается никаких снегов и понижения температуры, поэтому открываем красавицу и видим, что она нуждается в обрезке. Вот это вот поврежденное мы должны отрезать. Режем до живой ткани. Вот. Все. Вот такая вот розочка. Так, пошлите смотреть, что под остальными бутылочками. Вот это, похоже, прижилась. Вот это тоже есть почка. Мне кажется, ее надо закрыть, чтобы у нее еще побольше влажности побыло. Так, пусть это побудет. Под банкой, кстати, тоже все зеленое. И похоже таки, что есть там почечка, я вижу, где-то там. Пусть еще побудет. Так, это розы с прошлого заказа. Плетистые. Ой, тут у нас тоже все хорошо. Я вижу, все хорошо. Так, смотрим.
Ой, умничка, прижилась. Так, а одна не прижилась. Убираем. Убираем, а эту обрезаем также. Обрезаем до живой ткани. Оставляем над почкой несколько сантиметров. Можжевельник вот такой вот. Хочу его поделить. Вот тут у меня получается два куста. Делением лопатой вот так вот раз, и у меня получится два куста. Вот. Лавандочка. После обрезки роз у меня прошла неделя. И сейчас я удобрю их. Вот так я насыпаю, можно немножко больше, и закрою грунтом. Вот так вот грунт вспушу. Да, сейчас все просыплю. Еще раз посмотрю, где что нуждается в обрезке. Вот я пропустила. Посадили жасмин. Два кустика в одну лунку. Ну, я думаю, приживется. Это такое растение неприхотливое, что оно хорошо приживается. И посадили сирень. Вот такая вот сирень. Так что да, ой, тут еще куча работы, трава сохшая. Надо все будет тут облагородить. Соловей поет, слышите? Красота. Yeah.